Леонард Снарт, также известный как Капитан Холод, является постоянным лидером негодяев, что делает его врагом Флэша. У него и его сестры Лизы было трудное детство, так как мать рано умерла, а отец стал сволочью. Он приходил к дедушке на фабрику по производству льда. Из-за этого он ценил холодную атмосферу, как спасение от жестокого обращения. Став взрослым, он решил стать преступником, украв холодное оружие, чтобы использовать его в своих планах в Централ-Сити. Снарт разработал псевдоним «Капитан Холод», когда ему пришлось сражаться с новым героем города, Флэшем. Но вот его напарнику, Рори, и сестре Лизе, уже не так повезло со силами. Но в итоге они создали команду негодяи. У него есть кодекс чести, который не позволяет ему убивать невинных людей.